Здравствуйте, друзья! Я нахожусь на углу Малюгина и Чехова. Здесь какой-то бедолага оставил свой бампер, сломал нам противопешеходное ограждение и проехал дальше, где-то тут затормозил. Вопрос, собственно, об ограждениях. Эти ограждения здесь не нужны, потому что в новом ГОСТе, когда приняли изменения, сказали, что если есть газон между тротуаром и проезжей частью, то противопешеходные ограждения не нужны. А можно высаживать кустарник, например, вместо противопешеходных ограждений. Ну, собственно, здесь так и можно было бы сделать. Вы видите, что это ограждение не сильно помогло водителю. То есть он вылетел на проезжую часть. И не сильно помогло пешеходам, которые бы здесь проходили.